Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам, причем не один видос. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех новостей и всегда видеть что-то новенькое, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. Вам ваша подписка не стоит ни гроша, для меня приятно, да и плюс развитие на платформе YouTube. Покрутим рулетку на Калибана и почему именно на Калибана. В целом, на данный момент доступно 3 рулетки, которые можно покрутить за билет из игрового события «Контрабанда». Можно еще в самом событии чего-то прикупить, но в событии меня мало что интересует. В отношении рулетки на контейнеры, может быть, ее бы я и покрутил в первую очередь, если бы, во-первых, у меня было больше билетов, а у меня их всего 119, а первый прокрут стоит сразу 35. Ну и плюс к тому, у меня большая коллекция танков, поэтому, чтобы мне отсюда не выпадало, все это будет повторением. Поэтому особого интереса не вызывает, хотя была бы за голду, крутил бы, скорее всего, до конца, потому что огромный сюрприз, а именно такая главная награда в данной рулетке, мне очень сильно нравится. В отношении рулетки по КПЗ 50 тонн. Сразу была мною отметена по одной простой причине, потому что награды здесь не самые жирные, прокруты, да, пускай они дорогие, но сам КПЗ 50 тонн у меня есть, и даже если он мне выпадет из этой рулетки, то опять-таки особого счастья у меня не будет, просто будет компенсация голдой, а мне бы хотелось, чтобы все-таки попалось что-то интересненькое. Ну и в данном случае тогда выбор само собой падает на рулетку с Калибаном. Калибана не так уж часто продают, плюс к тому у меня его в коллекции нет, да и стоимость прокрутов не такая уж и большая. Понятное дело, что надо купить огромное количество танков и наборов в игровом магазине за реальные деньги для того, чтобы дойти до 20-го прокрута. Я даже не буду считать, сколько конкретно билетов необходимо, потому что вам это все равно, скорее всего, не интересно. Если вы донатите в игру, то вы и так эти билеты пособираете. Если вы этого не делаете, то, соответственно, вам и информация будет по большому счету лишней. Просто поверьте, что действительно очень дорого. У меня 119 этих билетов, и шансы выпадения Калибана, как обычно, на уровне ниже плинтуса 0,02. Но я свято верю в свою удачу и все-таки попытаюсь достать данную тачку. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся покрутить. Первый прокрут 3 билета. Даже если вдруг чего, то в конце концов я эти билеты обналичу на, не знаю, лотерейный барабан или на те же самые экраны, которые мне нужны для прохождения 4 сезона. Ну или вот сейчас выпадают 2 контейнера на песочную технику. Глядишь, может быть, какой-то песочек выпадет, которого у меня в коллекции нет, хотя тоже очень сильно сомневаюсь, потому что, если я правильно помню, то из всей коллекции танков в этом контейнере у меня отсутствует в ангаре буквально там 6 или 7 машин. Ничего не выпадает, ну окей, хорошо. Едем дальше, глядишь, может повезет больше. 5 билетов. За 5 билетов мне бы хотелось получить себе главную награду, Калибана. Но мне его никто не даст, поэтому давайте хотя бы экранами обойдемся, я не знаю. Ух ты, ничего себе, британский контейнер, ребята, это уже интересно. Это действительно уже интересно. Почему именно британец, почему не какая-то дешманская награда? Но... Эх ты, блин, талисман британского танка. Ну, да, окей, один из 30. И есть еще легендарный камуфляж для Action X. А вот это уже интересно, потому что легендарного внешнего вида для экшена у меня не было, хотя экшен у меня уже многие годы стоит в ангаре. Так что, и на этом большое спасибо. Уже доволен, уже благодарен. 8 купонов. Ну, давай. Ну, давай. Эх, блин. Здесь не повезло, здесь выпали иксы, хотя на халяву и уксус сладкий, а с другой стороны вроде бы и халява не сильно халявная, ну да не беда. Давайте крутить дальше, 11. Давай мистики мне, я не знаю, с сертификатами, насыпь. Супер, супер, забираю. Забираю легендарный внешний вид для Калибана. Рано или поздно Калибан все равно будет стоять в моем ангаре, я это знаю. Вопрос только в том, когда я его заберу и за сколько. Но то, что когда-нибудь он все-таки встанет на свое законное место, в этом у меня сомнений нет. А легендарный внешний вид уже есть. Ну, какой-то парадокс получается. Замануха, да и не более. Как мне кажется, разработчики делают все возможное для того, чтобы подстегнуть немножечко игроков к тому, чтобы крутить рулетку до конца, но меня все равно не проведешь, все равно выше головы не прыгну, а ниже задницы не сяду, и большее количество купонов, чем могу себе позволить, все равно не потрачу. 35 купончиков, ну давай.
Ну вот то барабан дай мне хотя бы с каким-нибудь шариком на 250 голды. Один собери их все. Ну, такое. Такое себе, блин. Ну лучше было бы, честно говоря, чтобы хотя бы то барабан выпал. 1000 голды прилетает благодаря тому, что забрал себе талисман 7, соответственно, собрал 7 штучек для косаря. Что делать? 47 стоит следующий прокрут. У меня купоны, в принципе, можно сказать, закончились. 47 и 59. Ну, грубо говоря, там сотня с копейками. Так, есть у меня, ребят, одна идея. Сделаю это специально для вас, честно. Я во всех своих видео, касающихся данного танка, говорил, что он мне нужен только если выпадет где-нибудь из контейнера или достанется мне по какой-то бросовой цене. Речь идет о ВЗ-111-5А, в нашем случае змей. Я говорил, что 18 тысяч для данного танка это по определению дорого. Его объективная цена в голом состоянии 1015 с натяжкой 16, в лучшем случае. Покупаю специально для вас, для того, чтобы получить дополнительных 114 купонов. Очень сильно надеюсь, что с этих 114 купонов я все-таки сейчас что-то дополучу. Сделаем еще два прокрута. Мой запрос обрабатывается. Начисление произошло. Уже хорошо. Так, выходим отсюда. Ну и теперь поехали купоны обналичивать в нашей рулетке. 131 купон у меня на счету. То есть, в принципе, два прокрута я совершить еще могу. Ну, зря купил ВЗ-ху или нет? Кстати, пишите свое мнение по поводу танка, который я только что приобрел. Мне лично он не нравится, считаю одним из худших, но будет интересно почитать ваше мнение по поводу данной машины, если она у вас, безусловно, присутствует в коллекции. 59 купонов, вот это уж точно последний прокрут. У меня просто в магазине там закончились танки, которые я могу приобрести для того, чтобы получить купоны. Все остальные машины в моей коллекции есть. Тратить на них голду для того, чтобы заново их покупать, ну, как бы нет никакого смысла. Ну, давай. Я в шоке, честно говоря. Серьезно. 500 экранов получил, купив себе за 18 тысяч танк, который мне, в принципе, желательно было бы получить где-нибудь даром и не более того. Все. На данный момент рулетка для меня закончилась. Может быть, оставшиеся купоны потом уже без видео обналичу в какой-то другой рулеточке, касающихся данных купонов. А может быть, в самом игровом событии их обналичу. Не знаю. Поглядим, посмотрим, что с этого получится. А пока прокрут приблизительно такой на Калибана. И Калибана, к сожалению, я так и не получил. А очень сильно хотелось. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. И еще вечером жду всех на прямую трансляцию. Посидим, поиграем, повеселимся, бесплатно покатаем взводами. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.